Мое ТВ. Будь в сети. Здесь рядом со мной два райдера команды Роллер Клуб город Москва. Это Олег Нечаев и Кирилл Галушко. Ребят, привет. Ну, рассказывайте, чем вы здесь занимались и насколько вам это понравилось. Ну, с кого начнем? Кирилл, давай с тебя. А, с Олега, да? Ну, давай, Олег. Сюда приехали посудить соревнования, покататься, увидеть всех друзей, знакомых, как-то новых впечатлений. В принципе, все. Да, открытие скейт-парка еще. Самое главное. В принципе, все круто. Ну, мы приехали увидеть, главное, всех людей, которые приехали из разных городов на это торжество экстремалов, отличные фигуры, отличные споты, веселье, отличные трюки. Ну, очень-очень высокий уровень проведения соревнований и катания. Очень понравилось. Вопрос, который я задаю всем, в принципе. Вы бывали на различных площадках, за границей были? Катал, да? А как уровень? Ну вот катание, во-первых, да, ребят, из сибирских ребят, по сравнению там с мировым, может быть, и с общероссийским, и уровень площадки, которая открылась здесь? Я могу сказать такое, что именно уровень райдеров в России начинает очень сильно расти в роликах. А в Сибири даже из-за появления очень большого, самого огромного скейт-парка в России Спортекса, уровень видно прям бах и вырос. То есть вот. Уровень растет, да. С количеством, с появлением скейт-парка. Да, да, с появлением это прям очень заметно. А в плане как скейт-парка, если его оценить, да, то он очень маленький, но он, на нем такое количество фигур расставлено, что можно проявлять креативность и некий подход ко всем этим фигурам и делать какие-то, ну, нестандартные именно трюки. Это очень, очень классно. Как вообще комфортно было кататься? Очень. Да, очень. Вы давно занимаетесь вообще? Ну, я занимаюсь 8 лет. Тоже лет 9 уже. Довольно молодые ребята, насколько я могу судить, да? Ну ладно, держи, раз уж ты посередине. А какие у вас вообще планы на жизнь? Вы все время планируете кататься? Ну или цели, может быть, у вас какие-то есть там именно в катании? Не, ну катание, да, это как с детства какое-то именно увлечение, мечта добиться высоких результатов. Но по жизни хочется заниматься именно что-то тоже серьезным. Но как вот я сравниваю, например, ролики для себя, да, это как творческое что-то. Это не только спорт, но это именно творчество. И как бы я развиваюсь еще в творческом как бы направлении. Ну, я могу сказать, что для меня ролики это, скорее всего, просто увлечение, как бы это, ну, мне приносит удовольствие, я могу погонять там с друзьями, пообщаться. В другое время это же выезды на всякие другие города различные, различные друзья там, знакомые, то есть море всего, там удовольствие это самое главное, но и, конечно же, охота посоревноваться там, узнать там что-то, как, ну, все новое, все, что новое, то интересно. Итак. У меня вопрос к вам обоим, когда наступит тот момент, когда вы вот так, садясь в кресло и отставляя ролики так в сторону, ох, ну все, ну вот теперь уже я спокоен. Да, на самом деле об этом говорить, не знаю, заглядывать в будущее, я считаю, не нужно. Когда этот момент придет, мы это узнаем. Полностью согласен, просто нереально сказать, там, что через месяц все, брошу кататься. Как придет, так. Окей, хорошо. Ну и у нас есть традиция. Сейчас назовите себя каждый по очереди, там, имя, фамилия, и вместе на камеру смотри мое ТВ, будь в сети. Кирилл Галушко. Смотри ТВ. Нечаев Олег, смотри мое ТВ, будь в сети. Нет, спасибо большое, ребят, да. Добавляйся в друзья, читай Твиттер, смотри на Ютубе, оставайся ВКонтакте. Мое ТВ. Будь в сети.